транспортной безопасности, повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности. Вот лишь малая часть тем, которые обсудили в ходе совещания. Поговорили и о новых полномочиях, связанных с более углубленным и тщательным регулированием рынка транспортных услуг в стране. Речь будет идти о высокогабаритном контроле в режиме фото-видеофиксации, о контроле за взиманием платы за пользование инфраструктурой федеральных автомобильных дорог транспортными средствами грузоподъемностью свыше 12 тонн. Успехи работы во многом зависят от сотрудничества службы департаментов. Так, в Сочи только за июнь 2017 года провели больше 10 совместных мероприятий. Ространснадзор, администрация города в лице департамента транспорта, сотрудников департамента транспорта, в лице сотрудники, естественно, ГАИ провели 11 рейдов, по результатам которых составлено 25 протоколов и будет взыскано штрафов на сумму более 400 тысяч рублей. Традиционно летом, когда школьники отдыхают в лагерях, актуален вопрос организации детских перевозок. Участники съезда считают, что предпринимаемых мер недостаточно и они не приносят нужных результатов. В связи с этим поставлена задача добиться снижения детского травматизма за счет увеличения ответственности тех, кто эти перевозки организует – автотранспортные предприятия, руководители школ, дошкольных учреждений и других детских организаций.